Итак, всем привет! Пришло самое время рассказать. Это будет мой второй влог. И сегодня я в Орловской области, в деревне Хвощевка, и мы играем в хоккей. Да, я девочка, я играю в хоккей, и я его очень сильно люблю. Я тут буду целую неделю. Мы будем купаться в проруби, мы будем ездить на водопад купаться в ледяной воде, мы будем спать в домике на дереве, который находится вон там, вот это желтое пятно, это домик на дереве. У нас все будет офигенно круто, так что оставайтесь со мной, сейчас все увидите. Я вам сейчас все покажу. Игра продолжается. Дети уделывают взрослых. Травмы получены, работаем. Лайфхак для тех, у кого нет толстых носков и вам велики коньки. Берете варежки. Надеваете их на ноги. Все просто. Лента для клюшек, сломанный конек превратился в нормальный конек. Так, всем доброе утро. Продуктивная часть нашего сегодняшнего дня будет такова. Сегодня мы будем пилить прорубь бензопилой. Бензопилой, понимаете? Бензопилой. Да, у нас речка, и сейчас мы будем купаться в купальнике. Глубокая прорубь, что уходит до конца у нас лезвие пилы. Где-то 2 часа занимаемся прорубью. И я хочу сказать, что это того стоит, серьезно. Ну, это классно. Это необычно. Вот я думаю, что вы вряд ли видели где-нибудь еще влог о том, как девочка живет в деревне и ходит купаться в прорубь. В общем, я тоже сейчас уже почти вся раздета, немного замерзла. Ныряем и купаемся, понимаете? Все, давайте, смотрим. Елена Сергеевна, долго! Елена Сергеевна, надо! Все, раз, два, три! Ребята, я пошла купаться. Большой палец вверх, подписывайся на мой канал. Все, удачи! Всем удачи, всем здоровья, крепкого счастья. Я не знаю, как я сделаю, дай бог хотя бы в одну прорубь. Ой, погода очень хорошая, сухая, снежная и солнечная. И смотрите, вот этот домик на дереве, на котором я буду сегодня спать. Да. Итак, вот эта красавица, вот эта избушка на курьих ножках. Вот так это выглядит все. И вон там, наверху люк. Ребята, собираемся, все смотрим. Домик на дереве. Наши ложи. И сейчас покажу само дерево, чтобы вы поняли. Вот видите, снежок, сапожки перевернуты, чтобы снег не попадал. Все прекрасно, даже освещение есть. Вон ветер как сильно задувает, аж все громыхает. В домике на дереве лежим, готовимся ко сну, болтаем. По девичьи. Хорошо. Так, сейчас мы вам покажем, какая у меня подушка. Ее видно отсюда? Вот подушечка. Деревянная подушечка. В прямом смысле этого слова. А вот наши ноги. Вот это дерево. Прелесть просто. Ладно, всем спокойной ночи. До завтрашнего утра. Доброе утро, время 8:40. Мы встали. И нам не хочется вылезать из спальников, потому что на улице как-то холодно. Так что до связи в доме. В прорубь. Это круто. Я вся мокрая. Все мокро. Плечо,
Сейчас переоделась и пойдем строить иглу. О, веселье, мама, не горюй. Делать диаметр для нашей иглы. Вот такие деревянные бруски у нас получаются. Я не знаю, как я сейчас выгляжу. Надеюсь, меня слышно. На улице холод. Но мы строим. Кладется первый камень. Снежный камень. Отлично. Помпон спас. Шел, наверное, уже четвертый час нашего строительства. Или какой? Третий? Энный час нашего строительства. Мы отпилили уже много-много блоков. Пойдемте покажу, что у нас получилось. Так у нас пока все получается. Наша красавица иглу. И сейчас мы в нее полезем. Оп-оп-оп-оп. Нас в иглу 10 человек. 4 ребенка и 6 взрослых. Вы это понимаете? Ребенка 4. Отлично. Значит, я иду босиком, потому что у меня слишком сильно замерзли ноги, я ничего не чувствую. А сапоги слишком тяжело надевать. Сейчас покажу себя. Я выгляжу как-то так. Настроение норм. Вот. Сейчас мы идем в машину и поедем вон туда, в гору наверх, там, где домик на дереве, и в баню. Прям срочно в баню, потому что что-то я первый раз, кстати, я первый раз в жизни ныряла с партнером под прорубь, чтобы выплыть в другой. Время 9.57 или 9.20, я не помню. Неважно, в общем, 9.20. Мы все встали, половину уже убежали, потому что на улице холодно. Вот, видите? Вот. Нас осталось трое. Один ребенок и два взрослых. Это жесть. Но я выспалась. В общем, это прикольно, это круто. Очень хороший вид отсюда на нашу прорубь. Вот так она выглядит. Сейчас мы заново прочищаем и будем там плескаться. Сейчас ребенка доставать нужно будет. Наши зимние сборы. Мы уезжаем. Снега очень много, посмотрите. Просто тут так светло, так просторно, такой воздух свежий. Просто вообще классно. И последний этап — это водопад. На улице минус 20, минус 25, 100%. Вот. Сейчас будем купаться. Очень холодно. Я не могу найти свои перчатки. И... в общем, встретимся на водопаде. Вы только посмотрите на это! Это же кошмар! Вань, готовы? Стоп. Пошла! У-ху.
прекрасно, жизнь прекрасна, в Донзанто 2017 год! Ю-ху!